Люберецкие журналисты в неформальной обстановке пообщались с главой округа Владимиром Ружицким. Традиционная встреча приурочена к Дню российской печати. Как прошло общение главы с журналистами, смотрите прямо сейчас. СМИ, если мы говорим в таком широком смысле, то оно у нас на территории реально замечательное. Вот такие люди, которые здесь сегодня делают свое дело профессионально, это дорогого стоит. И я скажу, что каждый, кто здесь присутствует, это те, кто пришли в эту профессию, да, осознанно. Более часа Владимир Ружицкий отвечал на вопросы журналистов. Формат общения свободный. Говорили обо всем. О политике, увлечениях, культуре и спорте. Для поддержания физической формы каждое утро глава округа делает зарядку. Минимум 30 минут. Как в юные годы, так и сейчас он увлекается легкой атлетикой, горными лыжами, футболом и хоккеем. Мы чистили лед сами. Мы играли в хоккей, где-то начинали с 5 утра до школы. У нас редко у кого была клюшка. Мне за школьные годы мне один раз подарили клюшку нормальную, будем говорить, фабричную. Я вот в первой же игре ее сломал. Клюшки же сами делали. Не обошли стороной вопрос, связанный с работой. С трудностями главе приходится сталкиваться постоянно. Острые моменты остаются всегда. Важно услышать каждого жителя. Журналисты не только оперативно предоставляют информацию о происходящем в округе, но и обеспечивают обратную связь между властью и обществом. Мы подаем информацию, вы ее подаете абсолютно объективно. Тоже это очень важно. Это такая непростая работа, она порой связана, значит, с эмоциями излишними. Это тоже факт. Я вам благодарен за ваш труд. Вот, ребята, девушка, вам огромное спасибо. А ты в свободной обстановке общаешься, можешь задать вопрос, тот, который, в общем-то, не стоит на повестке дня, но тот, который тебя волнует. Глава, человек открытый, и он, скажем так, в дружественной обстановке собирает журналистов и спрашивает, что их волнует. А за чашкой чая это как бы как кругу, ну, как дома, как кругу семьи. Соответственно, журналисты, которые собираются в неформальной обстановке с такой личностью, они себя тоже чувствуют расслабленно. Медиа-ланч в Люберцах проходит ежегодно. Общение в свободном формате позволяет вести диалог на равных, а поводов встретиться с главой всегда много. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.